Появились недавно в продаже такие королевские сигареты. И смотрите, вот такая короткая длина к фильтра, мы к ней еще вернемся. Такие красивые бумажечки упаковочные. Вот такая длина сигареты стандартная вот идет. Можете глянуть, какие у вас обычно, которые вы курите. И что тут сказать, когда короткий фильтр, то всегда, как правило, качество табака намного лучше. То есть производитель относится с уважением к курильщику и делает короче фильтр, его все равно достаточно. А почему перешли на эти длиннее фильтры, непонятно. Потому что когда вы скурите 2/3 от части табака, что в сигарете идет, уже будет фильтр нагреваться, и соответственно с него будут идти вредные вещества. Даже вот у таких сигарет, что других марок, тоже есть, один завод выпускает с таким фильтром, другим с таким. То ли они считают людей, курильщиков, за быдло, которое, ну, будет курить, как выгодно производителю, то ли, не знаю, какая причина, что перешли на такой вот длинный фильтр. Напишите в комментариях, почему так произошло, на этом никто внимания сильно в интернете не акцентирует. Ну а так, что сказать, конечно, с одной стороны, вред сигареты, а с другой стороны, что курильщик живет 70 лет при нынешних продуктах питания, что не курящий. Почему так? Потому что все продукты жареные, вареные, с них уходят полезные вещества. И соответственно, так же само люди травятся обычной пищей. Ну и на YouTube-канале в окне поиска наберите слово «энзимы», там вот будет видео у меня есть, вы поймете, что это такое и как надо следовать, потому что инженеры, которые создавали человека, они рассчитывали при правильном питании человека природном на 150 лет жизни. И что еще сказать, что у курильщиков больше шансов начать здоровую жизнь, чем у обычных людей, потому что люди, которые курили, они как-то более осознают, что такое яд и какие это последствия несет, и имеют такую, как бы сказать, внутреннюю убежденность.